Больше скажу, патроны ПВОшные, мы таких уже находили год назад. Да. Кстати, ты 5.39? Пальцы. Вот так. Где брал? Я не брал. А кто брал? Да я не знаю. Раскладывай, что эксперт фотографирует. Сергей, подойди, пожалуйста, фотографируй. Чтобы набираться. С какого кармана? Значит, из левого переднего кармана Кубкина, надетый на гражданине. Таком-то. Из левого переднего кармана. Куртки, надетые на гражданине. Похоже на тротил. Тротил. Что ты пиздишь? Тротил. Кусок тротиловой шашки. Кусок тротиловой шашки 4-граммовый. Это не мой. Естественно. Тротил? Нет. Это нормально. Тут, который взяли? Я думал, ты еще один нашел. Нет, это я все. Девятый в стволе, грубо говоря. Он на бой готовил. Да? Да. Смотри, аккуратно.
вот этот там был просто уже на колке. Совсем самообороны. Аккуратно сразу, чтобы все знали, что там лежит. Это что, это не собака не может. Он и пается как-то. Ну горит, горит. Нет, он так не залезет, он так будет просто топить и все. Взрывается только... Моя бумага, можно же забрать? Да, конечно. Все забери. Там нет ничего. Там нет, я... Там сиденье запасное. Чем так? Там сиденье. Сиденье был, сиденье есть, то что ты говоришь. Даже отвертка. Он их там после не открывается, все равно не знаю, зачем его надо. Еще два мы. А? Время не закроем.